Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами несложным, но очень вкусным блюдом, которое любят в нашей семье. Это рыбный паштет. Для этого паштета я взяла скумбрию. Скумбрию я уже подготовила, мы ее разделали, почистили, выбрали кости. Также я немного посолила филе. У нас на канале уже есть видео по разделке скумбрии. Вы можете посмотреть, как это быстро сделать и получить уже чистое филе. Обжариваю рыбу до готовности на подсолнечном масле. Лук и морковь нарезаем на крупные куски. Вы можете взять и другую рыбу для этого блюда. Желательно использовать жирную рыбу, но даже если вы возьмете сухую, ничего страшного, потому что мы будем еще добавлять масло и сливочный сыр в этот рецепт. И в случае, если рыба у вас сухая, то просто можно увеличить немного количество масла. И даже рыбный паштет можно готовить с рыбными консервами, если у вас вообще никакой рыбы нет. Овощи я обжариваю до полуготовности на подсолнечном масле. Перекладываю рыбу, овощи в блендер. Также добавляю остальные ингредиенты, немножко масла, каперсы, соль и перец и сливочный сыр. В принципе, если вы возьмете скумбрию, то масло можно и не класть, можно использовать только сливочный сыр, потому что скумбрия жирная. Взбиваю до однородной массы. Ну и все, переложила в банку и можно отправлять в холодильник. Я делаю хлеб на гриле, намазываю паштет, сверху помидор, зелень. Это очень вкусно. Я желаю и вам приятного аппетита. Готовьте с удовольствием и до новых встреч!